Всем привет, дорогие друзья! И как вы знаете, недавно вышло обновление компендиума в Доте, а вместе с ним мы добавили такую фишку, как автографы. Вот, и в этом ролике я вам расскажу, что это вообще такое, стоит ли их покупать вообще, и как они работают, да, так сказать. Начнем мы с того, что стоит один автограф 72 рубля. Купить можно автографы любых комментаторов, которые были приглашены на Инт, от разных, то есть, стран. Есть английский, китайский и тому подобное. Рассмотрим ближе русские, естественно, нам будет так проще. Есть также всякие рофильные автографы, например, вот здесь такой автограф урод. Вот, купив автограф, вы получите автографические руны, и также вы получите, ну, так сказать, сам автограф в свой инвентарь, и вам можно будет установить свой профиль, то есть, как я понял, вот сюда, то есть в эти три слота, да, и останется он у вас навсегда, как нам пишут валвы. Можно купить, ну, максимум можно покупать хоть сколько, то есть можно, допустим, ну, предел 100, но после сотни тоже дальше можно покупать, вот. Но максимальная награда дается на 50-м левеле автографа, так сказать. То есть за 3600 вы получите золотую рамку, то есть вот так вот он будет у вас выглядеть. На левеле 20-м будет такая же, только серебряная, и на 10-м, соответственно. Вот. За 5 уровней вы разблокируете фразу для колеса чата, которую произносит комментатор. То есть вот мы их тут можем послушать, например, да. Так. Вот, ну и, соответственно, каждые 5 уровней вы будете получать автографическую руну. Автографическую руну можно использовать на любой предмет. И у вас у предмета, допустим, вот у меня есть имморталка, да. И тут будет возле надписи «Редкость Immortal» будет также автограф, то есть роспись какого-то игрока, которого вы поставите, ну, комментатора, которого вы поставите. Еще стоит заметить, что 50% от всех продаж пойдут, то есть, допустим, вот вы купите 50 штук за 3600, и 50% пойдут, то есть, самому человеку, то есть, получается, у нас Паша получит 1800 рублей, если мы купим 3600, ну, 50 автографов, вот. И в целом вообще стоит ли покупать? Ну, я считаю, стоит покупать, если вы хотите, не знаю, поддержать какого-то комментатора или являетесь его каким-то супер там фанатом, допустим, да, вам нравится сильно Соло или Лил, то, конечно, это можно купить, поставить его в профиль, расписаться, ну, применить автографы на свои предметы, да. Вот, но в целом, я считаю, это более чем бесполезная вещь, потому что, ну, типа, стоит, во-первых, дорого, 3600. Это довольно-таки много ради какого-то автографа. Может, на них в будущем будут скидки, как это было с командными бандлами. Может, не будет, кто знает. Вот. Ну, в принципе, все, вам рассказал, что хотел, что есть, так сказать. Спасибо за просмотр, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свое мнение об этом всем в комментариях. Всем удачи и всем пока.